Если верить ученым, то за сексуальность отвечают гены человека. Не знаю, они ли заставляют девушек осветлять волосы, но среди секс-символов, как правило, много блондинок. Да и в списке топ-100 секси мужского журнала в основном преобладают белокурые красавицы. Мне интересно, кто есть сексуальный, потому как премия названа международный рейтинг. Я вот не знаю, кого, кроме Натальи Водяновой, во всем мире знают как русскую сексуальную красавицу. Посмотрим. Для меня лично тот факт, что звезда обнажает грудь сквозь намокшую рубашку, говорит лишь о том, что ее карьера подходит к концу. Это вызывает сожаление. Сексуальность – это когда в человеке все гармонично и нет лишних выпуклостей, когда все от природы. У меня все свое, все красивое, у меня красивая фигура. Да, я считаю себя сексуальной. Я себя чувствую сексуально. Я считаю себя сексуальной. Не знаю. Я сама к себе очень критично отношусь, поэтому я не могу судить свои какие-то качества, хорошие или плохие. Я прошу поддержать! Нет. Мне кажется, это не скромно. Мы сегодня собрались, чтобы стать свидетелями уникального триумфа женской сексуальности, красоты, божественности. Открываем церемонию вручения премии ТОП-100 секси, дорогие друзья! У меня уже две статуэтки есть. Мне нравится красиво выглядеть, если у меня получается. Ну, довольно резкая, довольно замкнутая, не пытаясь надувать губки. То есть вот. Это не первая моя статуэтка. Я счастлива, что я в числе этих немногих женщин, которых признали сексуальными. И мне не важно, объективно или субъективно это судейство, мне важно, что мне дали эту статуэтку, потому что, ну, любой женщине это приятно. Мне кажется, вообще себя очень сложно оценивать. Человек, который говорит, что я сексуальна, или я там умна, или я талантлива, это уже точно, что у человека нет ни первого, ни второго, ни третьего. Но мне так кажется. Ну, мне кажется, о сексуальности женщины должен мужчина судить все-таки больше, да? Конечно. У нас у женщин испорчен вкус. Мы это по-другому видим. Мы можем судить о их сексуальности, но не о нашей. Вы знаете, это вообще мне нравится, что сексуальность – это всегда тайна. То есть она непредсказуема. Дать раз и навсегда одну конкретную характеристику, что же это такое, невозможно. Это ум и искренность. В том числе и у женщин. Представляете, у них тоже бывает ум. Я несколько таких знаю. Потрясающие, действительно сексуальные женщины. Самое главное – это вот внутренняя красота девушки. Но, несомненно, что внутренняя красота, она сосредоточена и на внешней красоте тоже. Поэтому, мне кажется, любая мудрая женщина, она всегда хорошо выглядит. Как часто ты встречаешь сексуальных людей вокруг себя? Каждый день встаю, смотрю в зеркало и вижу, вот она, лица Нутяшева. Самая моя, моя, самая любимая. Вы смотрели Moscow Life, все самое яркое в жизни столицы. Я главный редактор телеканала о жизни звезд ТВ «Бульвар» Анна Симонян. Прощаюсь с вами. Увидимся на следующей неделе. Не скучайте.